як фотографувати своїх домашніх улюбленців, щоб підкреслити їхню красу та індивідуальність. Для начала нужно знать, что собаку нужно фотографировать на ее уровне. Фотографи-анімалісти мають власні секрети, які використовують на фотосесіях з чотирилапами. Иногда фотограф может привлечь внимание собаки тем, что может какой-то издать неожиданный звук. Якщо ви планували зробити фотосесію для свого домашнього улюбленця, але не знали, з чого почати, програма «Чотирилапи» саме для вас. Для того, щоб дізнатися, як зробити вдалі знімки свого домашнього улюбленця, ми звернулися до фотографів-анімалістів. Знайомтеся. Це Аня. Її хобі – фотографувати тварин. Если вы хотите устроить фотосессию для своего животного, вам нужно запастись разными вкусняшками, лакомствами, игрушками, которыми вы будете привлекать внимание вашего питомца, пока фотограф работает над фотосъемкой. Вам нужно будет, конечно, животное вымыть, если вы хотите качественные, красивые такие фотографии, чтобы оно было вычесано, выкупано. В красивом ошейничке, может быть, костюмчик, если вы захотите, какую-то причесочку. Ну, у меня, например, есть еще свое отношение к этому. Если фотография какого-то красивого белого пуделя в парке, то да, конечно, это все имеет значение, имеет смысл начесать его, отфотографировать. Но если мы снимаем, например, золотистого ретривера или там сеттера какого-нибудь, и можно его вывести в поле, когда вокруг мокро и грязно, и туман, и это будет выглядеть, ну, как бы аутентично, да, то есть это свойственно для этой породы быть грязными, засмоктанными, и это выглядит красиво, потому что это то, что, ну, присуще этой породе. Если мы пуделя поставим в эту грязь, конечно, это будет выглядеть нелепо, ну, или это будет смешная какая-то фотография. Для начала нужно знать, что собаку нужно фотографировать на ее уровне. То есть, если собачка маленькая, вам придется лечь на землю для того, чтобы был не вид сверху на собачку, не на ее спину, а на ее личико. Если вы хотите снять собаку в движении, конечно, нужно снимать ее в начале прогулки, когда она еще хочет бегать, хочет прыгать, играться. Тогда фотографируем собаку в движении. А если нам нужна собака более спокойной фотографии, сидеть, лежать, портреты, то это лучше сделать тогда, когда собака уже нагулялась, немножко отдохнула. Обязательно, ну не обязательно, желательно, чтобы был помощник, потому что фотографу одному очень сложно фотографировать собаку вот один на один. Если это мои собаки, они сидят, да, там позируют, как я им говорю. А если это посторонняя собака, конечно, лучше, чтобы она смотрела, ну, на своего человека, чтобы он мог привлечь ее взгляд, ну, в нужную сторону, чтобы она выполнила команду, которую нужно. Стосовно помічника, це може бути не лише господар, а й кінолог, який постійно працює з собаками і може знайти з ними спільну мову. Аліна брала участь у соціальному проєкті, де фотографували собак з притулку, тож має цікаві поради. У кожного животного свій характер, свій темперамент. Я здесь присутствую для того, чтобы как-то их более успокоить, так как собаки не привыкли к помещению, они не привыкли к такому вниманию, очень много незнакомых людей. Ну, как бы у каждой собаки есть свой подход и с лакомством, и с ласковым словом нужно поймать, успеть момент. Люди, которые учатся снимать животных, должны знать там какие-то, ну, правила элементарные. Там нельзя сфотографировать сверху, нельзя фотографировать собаку там против солнца, ну, это такое типичное. Порекомендовать могу. Собака должна быть немного слегка голодной, чтобы ее можно было заинтересовать лакомством. И, в принципе, желание самого человека, там, навыки, скорость. Многие фотографы, которые занимаются фотографированием людей, не берутся за животных, потому что животное не будет делать то, что ты от него хочешь, если оно специально не надрессировано. Если это просто, ну, собака, которая хочет получить красивые фотографии, она ничего так особо не умеет, и поэтому нужно подлавливать. И, например, я, когда иду фотографировать клиентов, я никогда не задумываю наперед, что у нас должно получиться.
ну, как бы, что получится. Собака все равно как-нибудь интересно станет. У каждой собаки есть своє интересное положение, свої привички. А ця фотосесія проходила влітку. Тоді волонтери разом з фотографом працювали над знімками тварин з притулку. Кілька порад про фотосесію для тварин ми отримали від Сергія, професійного студійного фотографа. Я більше такий, більше не репортажний фотограф, більше такий портретний. І мені ця тема близька, тому я вирішив ось так от подати. Тому що обычно знімають собак там где-то в среді обитання, на вулицях, такі, ну, знімки зі сторони. Вот. А мне хотелось немножко иначе их показать, потому что, ну, как мне кажется, именно в портретах можно увидеть что-то такое особенное, глубину. Вот. Ну, как бы это относится и к людям, в этом случае все вкладываем и в собак. Працювати з твариною в студії варто після прогулянки. Тоді чотирилапий почуватиме себе спокійніше. А це означає, що у фотографа буде більше часу зробити вдалий кадр. Є більш спокійні собаки, які там буквально з трьох кадрів можна вже отримати готовий результат. Є ті, які такі гіперактивні, там минут по 10, по 15. Була одна собака, яку взагалі не змогли зняти, тому що вона очень активно и нереально было ее успокоить. Вот. А в общем, с ними довольно так, ну, как бы их можно привлечь там кормом. Поэтому корм есть, печенье есть, и как бы было не так сложно их привлечь внимание. Если вы приглашаете фотографа, конечно, вам нужно заготовить вкусняшки, игрушки, что-то, на что ваша собака будет обращать внимание, пока вы будете бегать за кадром и привлекать ее взгляд, чтобы фотограф успел снять, ну, то, что он задумал. Да, если это ваша собака, то вы уже можете ее тренировать на выдержку. С самого маленького возраста учите выдержку, чтобы собака могла сидеть, пока вы от нее отошли. Вот мои собаки знают эту команду сидеть, вот пока я фотографирую, вони сидять і дивляться. Звісно, якість фотографій залежить не лише від підготовки тварин, а й від вашої техніки. Для мене, наприклад, важливі красиві фотографії, тому без хорошої техніки, хоча б найпростої зеркалки. У мене найпроста зеркалка. Я, наприклад, без неї нікуди. Вот. Ну, якщо вам просто сфотографувати животне на пам'ять, то, звісно, все одно. Ну, единственное, очень много вижу фотографий для домашнего пользования, домашние фотографии, снятые сверху, вот, и не видно, ну, как бы не видно всей красоты собаки, даже если собака очень красивая, вымытая, высушенная, красиво подготовленная, все равно вот этот вот ракурс сверху на фоне ковра красоты не добавляет, конечно. Для меня вообще в красивой фотографии 50% – это красивая модель на красивом фоне, в красивом положении, и 50% – это свет. Без красивого света можно, ну, фотография на смарку, можно так сказать. Я очень люблю контровое освещение, это когда ты фотографируешь против света, но это работает только если, например, закат, рассвет, когда нужно… Нужно подобрать правильные настройки для фотоаппарата, ну, то есть нужно немножко разбираться в этом фотографировании. И тогда можно добиться очень интересных эффектов на картинке. Блики, лучи рассеянные, такие радужные блики, они все получаются без фотошопа. Это просто то, что ты сфотографировал, если правильно подобран свет. Потому что при правильном подобранном освещении и листья насыщенного цвета, и все выглядит очень интересно. Здорово. Це всі поради, які ми зібрали для вас сьогодні. Вдалих фотографій. Не бійтеся експериментувати. Що робити, аби зубки вашого домашнього улюбленця залишалися здоровими? Та які заходи треба вжити, якщо пухнастик все ж таки захворів? Конкретно в случае ми поговоримо о проблемах в зубах і, слідственно, о пищеварительній системі заболівання. Проблема з зубками буває в двух вариантах. Первый вариант – это в молодом возрасте, щенячьем, когда наряду с коренными зубами есть еще молочные зубы. И вследствие того, если владелец вовремя не проследит эту проблему, то
качестве того, что зубы трутся друг друга, может быть кариес, и также может быть нарушение прикуса. Но обычно эта проблема бывает редко, владельцы часто замечают эту проблему, приходят в клинику, где мы проводим подседации и удаление зубов, и в принципе больше нет никаких проблем с зубками и также прикусом. Вторая проблема – это у мелких пород собак часто бывают проблемы с зубным камнем, так как в отличие от других пород в их слюне находится большое количество муцина, и благодаря этому быстро и много образовываются налеты на зубах, и вследствие чего образуется зубной камень. Если, конечно, владельцы сразу не обратились и запустили эту ситуацию, могут быть проблемы, связанные, могут быть такие заболевания, которые как гингивиты, стоматиты, кариесы. И если это запущенная ситуация, то, конечно, могут быть проблемы быть с пищеварительной системой. Так как еще эти животные, к сожалению, предрасположены врожденно к заболеваниям печени, поджелудочной железы и всяких видов энтеропатии. Если у нас будет зубной камень, то, скорее всего, мы столкнемся с таким заболеванием, как энтеропатия, инфекционного характера, которое будет характеризоваться поносами, периодическими рвотами, животное не набирает вес, наряду с тем, что аппетит у животного достаточно неплохой. Поэтому, если произошла такая ситуация, люди не уследили наличие зубного камня, налета, конечно же, нужно сразу обратиться к своему ветврачу, и чтобы в дальнейшем продиагностировать правильное заболевание и принять какие-то меры для лечения. Та попередити такі захворювання можна. Для профилактики, конечно, нужно постоянно следить за зубками мелких пород собак. Нужно хотя бы раз в месяц проводить чистку специальными зубными пастами, зубной щеточкой, которую можно купить в любой ветаптеке и также в ветклиниках. Ну, конечно же, правильное питание, потому что животные, в принципе, у них такой нежный пищеварительный тракт, и они склонны к заболеваниям. Здесь нужно тщательно подобрать питание, и к этому всегда нужно обратиться к ветврачу своему, который на правильном пути вам назначит правильное питание, чтобы не было дальнейших никаких проблем. Ну, конечно же, сухие корма, учитывая, что есть специальные крокеты, которые созданы для того, чтобы профилактировать зубной камень, особенно у пород, которые склонны к этому, такие как йоркширские терьеры, чихуахуа, может быть, той-терьеры. Также дают еще специальные косточки, которые по своей структуре также профилактируют заболевания, которые связаны с зубками. Мінімальні зусилля з вашого боку та поради професійних ветеринарів можуть берегти чотирилапих від тяжких захворювань. Тож дбайте про друзів наших менших, адже вони того варті.